предупредительной надписи под стрелой не стоять и не влезая убьет знакомы каждому. Но в текущих условиях возможно появление и новой. Нахождение под балконной плитой опасно для жизни. И, к сожалению, повесить такую придется на многие дома города. По балкону пошла трещина, а бетон сыплется вниз на проходящих мимо людей. Жители к такому зрелищу привыкли и просто машут рукой. А квартиранты даже и не знают порой, куда обращаться. Однако юристы говорят, что ответственные лица есть. И они должны не просто принимать и реагировать на жалобы, но и сами проводить осмотр. Организация, которая собирает деньги за содержание жилья, ответственна в том числе за проведение вот этих планов предупредительных проверок, которые в том числе необходимы для предупреждения аварийных ситуаций, чтобы не было никакой беды. И здесь не просто проверка, пришли-ушли, да, действительно составляется акт осмотра, как металлического ограждения балкона, чтобы вы не упали вместе с этой металлической решеткой, и балконной плиты. Все это делается два раза в год. Если управляющая компания или ТСЖ от своих обязанностей по осмотру уклоняются, то можно составить претензию на имя руководителя. В документе следует указать конкретный день и час для осмотра бетонной плиты из квартиры жильца. Если же повреждена плита, бетонные перекрытия, то это уже относится к текущему ремонту, а текущий ремонт у нас выполняет управляющая компания. Если управляющая компания уклоняется от своих прямых обязанностей, в этом случае необходимо написать жалобу на руководство управляющей компании, в прокуратуру и в жилищную инспекцию. Специалисты добавили, что для начала работ по устранению недостатков жители должны и сами проявить активность, иначе ждать можно до тех пор, пока балконная плита не рухнет вниз. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».